Так, ну что, господа присяжные заседатели, заседание продолжается. Сегодня у нас вот такая мопедка. Мотолент 2. И Voyage 2. О. Потрясная штукенция. То единственный, наверное, китайский механизм, который не сломался. Ничего. Вот. Что-то у нас сигнал тут есть. А, сигнализация. Пробег 8280. Значит, панелька, спидометр, тахометр и указатель топлива. Ну, пульты классические. Фар, по-моему, стеклышко пластмасс, светит нормально. На это уже сами поставили. Дополнение. Передний дисковый тормоз. Это резина подходит от ижака. Резина резину меняли, вот чего. Покрышка с камерой на переднем и на сзади. Так что вот. Такой тачка. Короче, родственник едет 10:30 вечера. С работы. Сзади сирена и по громку связи. Водитель мотоцикла прижаться к обочине. Он прижимается, выходит. Друг в жилетке с палочкой спрашивает, почему мотоцикл без номеров. А он говорит, это не мотоцикл, это мопед. Как мопед? Так, полез смотреть. Гаишник. Вот написано. Отлито. 49,9. Куда деваться? Бумаги давай на мопедку, на справку. Права давай, да на мотоцикл. День прошел зря у них. Взять нечего. Так что вот, по габариту он такой нормальненький. Как, в принципе, мотоцикл слова. Есть точно такой же, только отличается. Тут еще вот где-то, вот обрезано. Тут еще идет это. Труба ПТ-100. 25-й движок. Та же ходовка от 125-го. Движок 72 куба. По документам 50. 80 идет в легкую. Такой механизм. Ну, зеркала только, конечно, поменьше. Отвалились. Так что вот. Из китайских мопедков, наверное, самый лучший. По-моему, сейчас 45 рублей стоит. 45 тысяч российских денег. Сзади барабанный. Так, вот. 3,50 на 18. Модель К-102. Что там? Петрошина. А, конечно, вот единственный минус – это трехний резин. Так потрясные штукенцы. Чем не хуже мотоцикла. Он по габариткам как мотоциклетка. Так что всякие зиды отдыхают. Причем капитально они отдыхают. А, идет сигнализация и автозапуском. В окно высунулся, раз и завел. Если краник открыт. И здесь даже отлит. 150 кубов. Ну, синенький не очень, красненький поприятней. Гофеньки есть, ну, не лопнули. Амортизатор, наверное, единственный, не как в этих альфах, гидравлический, как на восходах. Пружина, гидравлика. Обычно на всех пластинских пружина нажатия и пружина на нажатие. Так, какая там бирочка-то? Ну-ка. О, 12-го года. 8, так, сколько ему? 8 лет. Так что, ничего. Ну, он, конечно, магазин сколько стоял. Лет 6 он у нас. Так что вот. Ну, лучший китайский мопедка. Фиг, пускай подороже, но зато понадежнее. А, значит, у него еще указатель это, скорости стоит. Да. Значит, спидометр, тахометр, указатель топлива. Указатель передачи, поворот, нейтралка, дальний свет, поворот. Как-то так. Вот у нас пульт. Что-то я это, кроме Мотоленда, больше не видел.
китайцев с другими названиями, вот именно таких. В общем, вдвоем можно поместиться. Такая сидушечка. Большенькая. В общем, качественно сделан. По крайней мере, 8 лет назад было шикарно. И главное, щиток сзади не отвалился. Рамка есть? Нет, рамки нету. А держится? Ну, номер нет. Он, соответственно, не разваливается. Так. Чудо китайской техники. Лучший китайский мопед. Ну, заседание продолжается.